Ой, вы гой еси, добрые молодцы, красные девицы, все подписчики. Взял сегодня я гусли звончатые, переборами озадачивая. Это рэпом не является, но поэзия тоже своеобразная, нерифмованная порой и без ритма. Тут не это главное, а суть. Вдохновение должно быть. Потому гусляров зовут вещими, то есть теми, кто видит будущее. В этом образе называюсь я, как Всеслав Светозар. А по паспорту вовсе нет. Я Григорий, по фамилии Якутовский, из шляхетского рода литвинского, белорусского ныне названного. Я атлет, культурист, силовой жонглер, хоть и был психоаналитиком и психологом. А потом я вот заделался мистиком, на шаманский манер мечетником. У славян назывался шаман как мечетник. Ну а гусли, они лишь для стильности –